Йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале Ребята, кто слышал про ребенка в желтом? И я сейчас не про себя говорю. Мне уже 38 лет. Я говорю про популярную в интернете игру, которая называется «Желтенький ребенок, младенец в желтом». Baby in Yellow, вот как называется эта игра на английском. Окей, будем сегодня в нее играть. Я, как всегда, тот самый парень, который никогда не пропускает ни один тренд и всегда снимает вовремя видосы. Добро пожаловать в игру «Малыши в желтом». Эта версия игры включает три новых из главы из обновления «Черная кошка». Отдайтесь сначала... Мне нужно сначала. Я еще не играл в эту игру. Надеюсь, она не страшная, потому что я еще не ходил сегодня в туалет. Поехали. Она уже страшная! О, май гад! Что это... Эта игра начинается с рекламы! Всё, как я люблю, ё-моё! Ночь один, нянька. Пора баиньки, малыш. Вот о чем ты думаешь, да? Начать играть. Я, как понимаю, я миссис нянька. Привет, мой хороший пупсик Бэби Джон. Что ты тут делаешь? Кушаешь фрукты, да? Я убью тебя! Ладно, я возьму этого маленького ребеночка и отнесу его спать. Так, не переживай, я умею вести себя с детьми. У меня знаешь, сколько детей было за всю жизнь? Ой, блин, аккуратнее, бро, аккуратнее. Так, я как понимаю, если это американский дом, то они, ну, там, спальни у них на втором этаже. Так вот, сколько у меня было детей? Да примерно ноль, блин. Так, подожди. Что происходит? Управление. Так, я думаю, что это нам сюда. Нам сюда. Я поставлю тебя сюда. Это твоя будет новая кровать. Вот эта коробка. Окей. Так, а, вот твоя кроватка. Все, давай, спадки. Спокойной ночи. Покачать? Серьезно, тебя надо качать? Бро, давай запишемся в спортзал и будем там качаться. Надо подкачаться. Поехали, качать. А ну не смотри на меня так! Так, значит, мне нужно взять бутылку в холодильнике. Здорово. Если бы здесь не подсказывали, я бы реально не справился с этой. Я застрял в двери, здорово. Окей, погнали вниз. Погнали вниз в ГИЗ. А-а-а, это жопа по-болгарски так будет, ГИЗ. Так, идемте в холодос. Передос. Где холодильник? Тут сральня, а тут... А, вот здесь холодильник, и нам нужен молочко. Молочко. Йоу. Аривидерч. Так, теперь нужно мне отнести эту сосочку малышу. Слушайте, это игра-симулятор няньки, я как понимаю. Ну, значит, я справляюсь на отлично, если честно. Потому что я профессионал. Привет, урод... Ой, привет... Он радуется! А, смените подгузники. Отнесите малыша на спальный стол. Серьезно, ты уже обосрался? Чувак, ты только что поел, ты уже обосрался? За что? Не говори так. Окей. Ох ты шо, я в душу ему заглянул. Так, бро, если будешь выпендриваться, будешь жить в этой комнате, понял? Я только что выбросил ребенка. Ладно, полежи пока тут. А, здесь закрыто, окей. Отнесите малыша на пеленальный стол. А где он, этот пеленальный стол? Очень интересно, где пеленальный стол? Наверное, здесь где-то, вот. Да, это пеленальный стол, офигеть. Все, давай там, возьмите подгузник. Я ж узнаю, как он выглядит, этот подгузник. Я не срался уже примерно 35 лет. Ладно, шучу. Недавно было так... Эй! А! Ты где? Валера! Подожди. А где Валера? Я как понимаю, этот подгузник теперь мне пригодится, потому что это очень страшно. Куда Валера пропал? Валера! Слышь, ты будешь делать так, будешь жить на улице, понял? Валера, еще раз, блин. Все, поехали, будешь сейчас... А ну сядь. Так, возьмите малыша, памперс. Блин, надеюсь, я не увижу его писюнчик. Видишь, а ты... Все, давай, уложить малыша. Сейчас мы тебя уложим. Один прогиб, и ты погиб, понял? Давай. Спокойной ночи. Найдите книгу сказок и сядьте. Срок дадут, тогда сяду, понятно?
Все, поехали. Кошка объебошка. Поехали, читаем книжку. Across the shore, in distant lands. Окей, я понял, что за меня будешь читать ты, блин. Они прошли золотыми вратами. Взгляни на... Так и в жопу, я шо, мне 3 годика, чтобы я читал такие сказки. Мне не надо такие сказки, я взрослый человек. Шо ты, Валера... О, Валера спит, ребята, тихо. Давайте, пока Валера спит, вы тихо поставите лайк этому видосу. А теперь я ухожу и закрываю дверь. Все, Валера, давай. Я пойду смотреть телевизор и ждать родителей. Окей, это я могу, я каждый день таким занимаюсь. Все, поехали, что там по телеку показывает? Что там по телеку у нас? Я усну... Валера, что случилось? Валера! Валера, Циба! Циба-ба! Я иду! Я иду! Валера, что так... Валера, ты где? Валера, где ты? Валера, ты что, стирку устроил? Где ты? Валера! Где ты орешь? А, вот ты, блин. Что ты тут делаешь? Как ты вылез из кровати? Ты что, сумасшедший, блин? А ну идем, давай, буду тебя ставить обратно. Ты что, посмотрите на этого молодого человека. Ты что, думаешь, что тебе 28, ты можешь делать все, что захочешь? Спать давай. Положите в кроватку нужную игрушку. Я что, знаю, в какую игрушку ему нужно? Это что было там? Подожди, вот тебе вот такая вот игрушка. Это нормальная игрушка? Вот эта игрушка тебе подойдет? Нет, тебе такая не нравится? Ну слушай, дилда здесь нет. Так, возьмем вот эту вот, вот эту игрушку возьмем. Ты хочешь котика? Держи. А, ему нравится, он хотел котика. Все, валим отсюда. Давай, Валера, спокойной ночи, блин. Еще раз. Я слышал, ты что там... Ты чё открыл дверь? Ты шо? А как ты открываешь дверь? Ты ж спишь. Дверь закрыта, можно идти смотреть телевизор. Это мне нравится. Поехали. Так, что у нас тут? Возьмите бутылку в холодильник. Это вторая ночь, ребята. Мы первую прошли. Это не может меня не радовать. Вообще, знаете что? Я начинаю, так сказать, привязываться к этому молодому человеку. Подождите, только что бутылка была здесь, и она исчезла. Здорово. Я к чему, что совсем недавно я думал, что дети это отстой, кроме моих подписчиков. Почему он говорит бежать? Что, разве это что-то плохое? Так, а где бутылочка может быть? А, я понял, меня не отпустят, пока я не найду бутылочку. Окей, это я могу. Так вот, а и я, знаете, я влюбился в Валеру, он хороший ребенок. Я думал, он, ну, такой же, как все, но нет, он особенный. Вы видели его? О, вот, я нашел бутылочку, здорово. Так, все, можно валить. Валера, ты где? Сидишь на своем стульчике? На, балдеет молока, смотрите, как он балдеет. Валера, я люблю тебя, он опять обосрался, идем стирать подгузники, жопу помою. Вот, Валера какой-то особенный, посмотрите в его глаза. Они как словно без души. Посиди тут, поперди тут, повоняй. Валера, ты это видел? Это нормально? Тебе такие нужны подгузники с глазами, которые умеют бегать? Слышь ты, подгузник! Под спидами, что происходит? Эй, подгузник. Поймайте подгузник. Это лучшее задание в моей жизни. В смысле, поймайте подгузник. Где ты, блин? Мистер Подгузник. Валера, ты не видел подгузник? Офигеть, что здесь не так? Что-то пошло не так. А! Да блин, подгузник, ты испугал меня, теперь мне нужен подгузник. Стой, тварь, я споймаю тебя. Ты шо? Он надел очки? Ты думаешь, это смешно, мистер Подгузник? Давай, иди сюда. Он открыл эту запрещенную дверь. Это родительская дверь, здесь нельзя находить... Он ударился, надо это шанс. Это шанс. Подождите, при опасности разбить. О, если что, я могу вот этим воспользоваться. Окей, я понял. Ой, подгузник, подожди, я не хотел тебя ронять. Так, все, погнали. Фух, блин, что происходит? Подгузник, живой подгузник. А я точно должен сейчас Валере надевать его? Он его не укусит за пипку, блин? Валера, ничего личного, но игра говорит, чтобы я надел тебе это на попу.
Честно говоря, не завидую этому подгузнику. Сами понимаете, рано или поздно Валера напустит какашки туда. Так, нужно положить Валеру спать. Все, Валера, идем. Я, кстати, не понимаю, зачем тебе перчатки, Валера. Это очень странно. Зачем тебе варежки? Ты что, будешь идти на улицу играть в снежки? Все, давай, спокойной ночи. Найдите книгу сказок и сядьте. Окей, это вот эта книжка. О, это про зайчика. Мне такое нравится. Мы еще такое не читали. Давайте почитаем про зайчика. Что там? Что там по жизни вообще? Ой. Когда крольчиха пришла в гости, принц сказал: пора играть, блин. Но его большие красные глаза испугали ее, и она решила уйти. Маленькая крольчиха бросилась к выходу, принц бежал за ней и кричал: ее нужно остановить! Он бежал. Валера, тебе тоже не понравился сюжет? Серьезно, какие нафиг зайчики, какие нафиг. Валера, смотрите, какие ушки здесь костные. На тебе ушки, надень, будешь красивый, блин. Так, нужно зайчика взять, это понятно. Вот, берем зайчика и несем к Валере. Читайте дальше. Окей, Валера, сиди ровно, блин, давай. У меня, знаешь, тоже время не вот это самое. Он бежал за ней темными коридорами. Прыг-скок, прыг-скок, непрерывный тщетный полет, прыг-скок, бег. По кругу, бег по кругами, неведомо, прыг-скок. Что за передоз какой-то? Принц не мог ее поймать, его сердце наполнилось гневом. Крольчиха проскользнула в дверь и убежала по тропинке. Принц кричал: мне нужно больше друзей, еще сейчас же новых. Я приведу тебе новых, сказала его любящая мама. Отличная книжка. Пацану вообще понравилось, можно уходить. Если честно, мне не очень понравилось, но я сделаю вид, что да. А вообще я хочу сказать, что надо что-то здесь посмотреть. Значит, здесь есть вот этот как раз-таки принц, про которого как раз-таки и рассказывается вот эта сказка. Окей, а вот это мы будем брать? Не срочно, понял, не будем брать, значит, окей. Значит, нам надо идти закрыть дверь и идти там смотреть телек, не знаю. Чисто почилим. Так, хоп, сюда. Кто у двери? Это кто? Кто там? Мы никого не ждем. Мы никого не ждем. Ладно, давайте откроем. О! Здесь есть коридор целый, офигеть. Кто звонил? Ладно, возьмем вот это, чтобы это ни было. Это какой-то тостер, блин. Окей, давайте поставим ее сюда. Наконец-то можно посмотреть телевизор. Ну, действительно, блин, что там по телеку? Шаман Кинг или что там? Что показывают? Наруто последнюю серию. Наконец-то, блин, закончился этот сериал. Ё-моё. Ночь 3. Нянька, спокойной ночи, сладких снов. Я покажу тебе свои сны, говорит малыш. Не знаю, я так и не понял, это страшная игра или прикольная, но мне нравится, чисто сидишь, пердишь там, с ребенком тусишь. По-моему, здорово. Поднимитесь, успокойте малыша. Погнали, ребят, нужно успокоить Валеру. Валера, закрой рот, блин. Валера, уже голова болит, серьезно? Что ты вечно недоволен, блин? У тебя жизнь идеальная, ты понимаешь? Все, понял? Отдыхай. Валера, конечно, классный. Может быть, сырный тост? Надо что-то покушать. Сырный тост, ребята. Идемте сделаем себе сырный тост. Потому что, а почему бы и нет? Так, где тостер? Вот, тостер здесь. Хоп. Все, тостер. Хоп. Яичко вот так туда. Кажется, я не знаю, как делать сырный тост. Ну, а что ты залепился? Так, надо найти сыр. Вот, сыр есть. Ставим вот сюда. Подождите, я кажется, понимаю, что надо делать, но не до конца. Так. А, вот, все, понял. Значит, это сюда. И это сюда. И закрываем крышку. Добавьте начинку, а потом хлеб. Серьезно, это нелогично. Так, сюда, наверное. Все? Все, отлично. Сырный тост. Что происходит? Feed me. Что это значит? Приготовь меня или я не понимаю английский? Что тут какие-то знаки? Открыть. Какая-то дверь в потайной мир. О, сосочка, кайф. Ее мы возьмем. А!
Что происходит? Валера, это ты? Валера, что ты надумал, удумал? Валерий! Валера! Мне пригодится твой памперс. Валера! Валера? Бабера? Валера, это... Покормите малыша чудовище? Что за задание такое? Валера, я не могу найти вход. Валера. Так. Валера? Валера? Что с тобой, Валера? Ты какой-то недовольный. На, кушенькой. О, все. Фух, слава богу. Отнесите младенца на пеленательный стол. Валера, ты тоже слышишь эту зловещую музыку? Мне очень страшно, Валера. Это потому, что ты обкакался? Все из-за этого? Так, надеюсь, памперс не оживет. Все, поехали, Валера. Будем тебя сейчас менять тебе... Валера, только не за пипку, пожалуйста! Валера! Разбить защищенное стекло наверху. Поехали. Сейчас мы тебя разобьем, хабово, Валера. Как? Как перелезть? Валера, я не понимаю. А как пролезть? Валера. Валера, ты слишком сильный парень. Но я не сдамся, Валера. Проклятый ты ребенок, ё-моё. Это все потому, что тебя в садик не... Пожалуйста. Валера, иди сюда. Где ты, Валера? Я успокою тебя раз и на и два. А где ты, серьезно? Бабера. Где ты? Я найду тебя. Во, давай, все. На, блин, поспи немножко. Надеюсь, у тебя голова не будет болеть после такого броска, и твои родители мне ничего не скажут, что я тебя не очень хорошо себя с тобой повел. Фу, Валера. Валера, спи, блин, спи, Валера. Нет. Нет. Бабера. Валера, ты хочешь, чтобы я тебе почитал эту сказку? Успокойте малыша. Кто меня успокоит, ребята, блин? Все, давай, спать. Ой, немножко не туда. Валера, все. Покачать. Положите в кроватку нужную игрушку. Я думаю, что нужная игрушка — это барашек. Я думаю, что это барашек. Держи, придурок. Ха-ха-ха, Валера нравится. Найдите книгу сказок и сядьте. Да, блин, серьезно, сесть? Он же сошел с ума, этот Валера. Это все из-за сладости, я так и знал. Зря я тебя кормил картошкой. Поехали, читаем книжку. Валера, закрой рот. Во дворце было холодно, в небе яркая беспокойная луна. Ветер дул и дул, о нет, шторы широко раскрылись. Маленький принц лежал в кроватке и не мог заснуть. И он попросил маму сходить найти мою овечку, блин. Какая овечка, придурочный, блин. Спи давай. Я голоден, сказал принц, и овца подала напитки. Я испачкался, сказал принц, и овца дала ему одежду. Я устал, сказал принц, давай я тебя посчитаю. 1, 2, 3. Классная книжка, конечно. Еще кое-что, сказал принц, пока я не заснул. Он открыл свои большие красные глаза и повернулся к овечке. Приходи ко мне во сне, останься навечно в моей голове. Овечка повторно сделала шаг вперед, охваченная ужасом. Ужасный текст. Но почему-то кажется, что если я нажму дальше, то меня сожрет ребенок. Валера, ты сатанист? Что за бал дьявола? Валера, успокойся, давай без этой фигни. Валерочка! Спасибо. Мне пожелали доброй ночи, я выиграл. Войдите в квартиру. Я что-то не понимаю, это продолжение игры. Там что-то кто-то говорит. Не поднимайтесь по лестнице. Ну это я могу, конечно, чтобы не подниматься по лестнице. Я могу, в принципе, здесь всегда жить теперь. Внизу. Так, мне нужен этот памперс и лично для меня. Можно и телек посмотреть. Да что, не поднимайтесь по лестнице. А я возьму и поднимусь по лестнице. И кто меня остановит, блин? Кто? Валера Николаевич, блин?
Я понял, была ошибка. Не надо было. Следуйте за белым кроликом. Где кролик? Окей, а где кролик? А, вот белый кролик, я нашел. Не, надо сваливать, ребята. Мне не доплачивают, честно говоря, столько денег, чтобы я вот этим занимался, да? Правильно? А мы подождем лифт и свалим отсюда нафиг. Все, лифт приехал, давай. Привет, тебе на какой этаж? Мне на последний, пожалуйста. Все, поехали, братан. Так, ну что, я там приехал, кролик уже вышел, можно и выходить, я как понимаю. Правильно или неправильно? Или правильно? Или неправильно? Блин, лифт сломался! Очень весело, ребята. О, отлично, можно уходить. Все, валим отсюда. Опа. Понял. О, привет, блин, клоун. Валера, Валера, слышь ты. Ты уже в чужую хату зашел, это вообще... Валера, веди себя нормально, ё-моё. О, гитара, можно что-то поиграть. Она расстроена, не сегодня. Так, что ты тут делаешь? Поймайте малыша. Сейчас я его поймаю, блин. Еще гитара сломанная. На такой не поиграешь особо. Так, где этот красавчик, блин? О, вот. Понятно. Не сегодня. Поймайте малыша. Слушайте, клевая квартирка, мне нравится. Привет. Пока. О, я тебя вижу. Братан, мы долго будем играть в кошки-мышки? Понял, походу долго. Все, в этот раз я тебя точно поймаю. Ну или в следующий. Мне надо просто исследовать квартиру. Ну это я могу. Белый кролик. О! Ну ладно, блин. Пиццу похавать можно. Так, подождите, значит можно пластинку поставить сюда? Или нет? Ну куда-то же можно. Ой, я нашел еще какую-то фигню. Или я ее сюда поставил? Так, мы таким образом соберем все штучки. Дрючки. А, вот еще какая-то штука. Пока сюда буду складывать. Наверное, это пригодится. Так, вот, я нашел еще штуку. Это сатанинский ребенок. А, вот сюда это надо все. Вот, я нашел, куда это все ставить. Все. Поехали. Йоу! Знают взрослые и... Не моя любимая песня, но в принципе неплохо. О, ой, ты чего? Ты чего? Потайной ход, поехали. Присесть. Присел. Поехали. Очень интересно, что меня там ждет дальше. Оп, а вот это мы послушаем. Уу! Окей. Все. Осталось только найти, куда вставить эту пластинку, чтобы заценить это музло. Потому что, если честно, я не знаю, где именно это. Ау! В глаза, блин. Итак, я нашел граммофон, послушаем. Йоу, бро, тебе нравится? Забрал твой ключ, неудачник, нюхай жопу, блин, побежали, я знаю, куда мне идти. Быстрее, быстрее, о, все, все, давай, до свидания, неудачник, блин. Думал, он умнее, чем я, угу, понюхай, блин. Мне 35 лет, черт, света нет. И что это значит? А, следовать за белым кроликом, ну ладно, по ступенькам, ребят, что, блин. Что, ног нету, правильно, пойдем по ступенькам, это даже полезно немножко. Так, дальше куда? Туда, в жопу труда. Вот сюда надо идти, свет включить. Все-таки на лифте поедем. Так, окей, значит, вот это мы берем. Вот это делаем пипу-папу-пупу. Я не знаю, что надо нажать. Попробуем все на свете. Так. Угу, угу. Синий и розовенький. И что надо сделать? А что-то надо сделать. Окей. А, вот батареечки.
Батареечка раз. Сюда. Синенький готов. И идемте посмотрим, что там. А там закрыто. Надо точно такой же, только розовый получается. Где-то он уж должен быть. Смит. Вот это нам нужно. О, отлично. Это мы и искали. Спасибо, дай бог тебе здоровья. Так, подождите. Есть. Все. Где ты? Привет. А что ты забрал? Это мое, блин, отдай. Ты что делаешь, блин? А ну иди сюда. Ты что, дофига крутой, пацан? Цан-цан. Все, давай посиди немножко, отдохни. Давай без этих приколов, окей? Мне как бы домой нужно. Totally Spice. Ты забрал розовую, серьезно? Окей, я тебя понял. Мы с тобой так будем целый день играть, что, или что? Окей, я тебя понял. Ты будешь жить вот здесь. Все, давай. Давай, счастливо. Удачи тебе по жизни. С такими приколами, блин. Пранк, пранкер растет, ребят. Будет пранки снимать на YouTube. Не, я не понимаю, вот, ну, а это что, по-твоему смешно? Валера. Валера, посиди, посиди пока. Я сейчас что-то придумаю, подумаю. Так, тут какая-то штука. Немножко не понимаю. 17. Замок. Бутерброд. Это я бы хочу бутерброд, а его нельзя взять. Ну ладно. Сейчас мы возьмем вот эту фигуру. Не знаю зачем. Дадим этому ребенку ее. На. И перди, блин. Веди себя нормально. Так, все, давай. Иди сюда. Ну ничего, тебе здесь понравится. Все, видишь, как классно. Очень сильно классно. Ты юморист или кто ты? Не, надо что-то с ним сделать. Ну, только вопрос, что? А, вот что надо сделать. А я не знаю, какой пароль. Давайте посмотрим пароль. Здесь, наверное, да? Вот здесь пароль. 17. 17. Итак, я нашел другую, вторую часть пароля. Значит, здесь 43, а на той бумажке написано 17. Этим мы и воспользуемся. Я как понимаю, мы туда поставим нашего малыша. Вы скажете, это слишком жестоко по отношению к малышу. Ну, ребята, вы сами видели. Пранкер растет. Иди сюда, иди сюда. Не бойся. Все будет нормально. Там весело будет. Все, давай, удачи. А, видите, ему нравится, он говорит. Я буду хорошим родителем. Просто это не мой ребенок, окей? Так, надеюсь, он не украдет в этот раз. Все, отлично. Есть. Есть. Поехали. Валим отсюда. Привет. No escape. Нет выхода или что-то в этом роде? Или некуда бежать? Да ничего страшного, я и так справлюсь. Так, подождите, а где взять ключ? Где взять ключ? Где взять ключи? Начинается, блин. Найдите теперь... Я начинаю тупить, мне страшно. Валера! Валера, опять ты за свои приколы, блин. Сколько можно уже? Отпусти меня, ё-моё. О, может, я смогу здесь уйти, так? Всё, давай, Валера. Счастливо. Валера. 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 18 секунд осталось. Валера, подожди, что с тобой? Валера, ну тебя нафиг, я знаю, что надо уже бежать. Все, до свидания, Валера. Ой, этот ключ мы возьмем. Окей. Пока отлично справляемся, здорово. Пока все легко, изи-бризи. А, какой надо ключ, какой надо ключ? С луной, серьезно? А, Валера, 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 Валера.
Да подожди ты! Да я ж... А, подожди, надо еще вот такой взять. Да не такой, блин! Валера, ё-моё! Поехали. В этот раз у меня получится. Главное понять, какой правильный ключ, и все будет very nice. Так, там надо было взять с луной. Вот, с луной есть. Блин, да давай! Да не этот! Да не этот! Вот этот. И с треугольничком. Поехали, с первого раза. С первого раза. Эй, открывай, вонючая дверь. Все, до свидания. Пока. Так, вроде у меня получилось это сделать. Все классно. О, привет, я снова в квартире, здорово. Привет, я люблю тебя, Валера. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Лично я очень сильно кайфанул играть в эту игру. Если это видео наберет 20 тысяч лайков, то я сниму продолжение этой игры. Если оно есть. Я, если честно, не знаю. Я просто устал немножко играть. Потому что, знаете, я аж вспотел. Настолько это было стрёмно. Но если это видео наберет 20 тысяч лайков, я сниму вторую часть прохождения. Вот такие вот условия, ребятушки. Ставьте лайк. Всем пока. Ты сидишь на диване, кто-то ломает спагетти в игре про спагетти, часть вторая. Теперь в игре про спагетти стало всего в 2 раза больше. В игре появилось в 2 раза больше крутых блогеров, в 2 раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто, да? Покупай крутые предметы и выбирай сам, как будет выглядеть твоя блогерская комната. Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спагетти появилась карта. Теперь ты можешь ломать спагетти не только у себя в комнате, но еще и в школе. Фу, школа, отстой. Ломай спагетти на свалке. А вот это клево. Если ты скачаешь игру про спагетти прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь сломать спагетти прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании.